купила телефон с рук, который еще находится на гарантии. С продавцом была только устная договоренность. И сейчас наступил гарантийный случай. А во всех документах прописана его фамилия. Подскажите, как мне быть? Ведь у нового собственника не примут изделия по гарантии, я верно понимаю? Если где-то в документах присутствует фамилия старого собственника, то, конечно, однозначно необходим договор купли-продажи в простой письменной форме между старым собственником и новым собственником. То есть этот документ должен был быть, он составляется без каких-либо форм обязательных, то есть это простая форма. Один фамилия, имя, отчество продает другому фамилия, имя, отчество и телефон, и стоимость. Все. И впоследствии уже можно будет данную копию документа предъявлять и тем самым доказывать, что право собственности перешло.